Всем привет. В общем, сегодня нас ожидает трилогия. Вернулся я в то же место, только встал немного в другом месте. Сейчас подготовлюсь, весла накручу. Собрал 4 снасти, 3 обычные донки. И сделал еще одну хитроумную снасть на амура, которую буду ставить на камыш. В общем, сегодня еще один день буду здесь пытаться поймать амура. Посмотрим, что из этого выйдет. Народ есть на водоеме, поэтому не встал в то место, куда до этого постоянно приезжал. Ну и плюс то место, где вот в прошлой серии вы видели, амур ходил. Там тоже сейчас стоят люди, так что он туда не будет подходить, так думаю. В общем, все планы рухнули, на что именно рассчитывал, что хотел сделать, где расставить снасти. Все придется по новой сегодня налаживать. Ну ничего, думаю, разница особо небольшая будет. Единственное, может амур не подойти так к берегу, как в те дни подходил. Вот здесь он, допустим, да, его первый раз обнаружил в этой заводе. Посмотрим, поехали порыбачим. Пока здесь никаких движений не видно в этой заводе. Караси огромные стояли же в прошлый раз. Может быть, сейчас не видно. Просто, может, они-то здесь и есть. Но амура точно нет, его бы было видно, это 100%. В общем, рыбачить я буду сегодня вот здесь, вот в этом углу. Надеюсь, что все-таки сюда опять будет заходить амур. Потому что вот здесь вот довольно мелко, и он вот просто попадает на прикормку хорошо всей толпой. А на глубине, когда ставишь, я в прошлый раз смотрел в подводной камере, амур появился. Но он просто не клевал так, нет-нет, опустится на дно, схватит кукурузину и обратно. А здесь на мелике, конечно, поинтереснее было. Сейчас буду расставлять здесь снасти, вот на этом углу. С него сегодня и буду рыбачить. Решил я все-таки одну снасть установлю вот здесь на мелике, куда амур подходил. Не знаю, может быть, люди здесь, которые сидят, уедут до вечера. Поэтому снасть пусть стоит. Посмотрим. Сперва установлю этот чуть-чуть поглубже сюда, а потом, если амур подойдет, увижу, тогда его прямо вот сюда на меляк положу. А пока вот здесь где-то оставлю. Здесь коряк много. Thank you.
общем, сегодня я рассчитываю на то, что здесь не будет столько воблы, как в прошлый раз, и леща. Иначе опять амура, чувствую, не получится половить. Уж очень их здесь много, целой толпой собираются. Сейчас, в общем, не буду снимать, расставлюсь по-быстрому и будем ждать поклевок. Пришло время установить мудреную снасть на камыш, на амура. Придумал ее только что, когда собирал снасти. До этого никогда не делал. Да и не думаю, что вообще когда-то кто-то делал такое. Сейчас будем испытывать. Пока, наверное, тоже на глубину поставлю ее. Потому что здесь не видно никаких движений рядом с берегом. В общем, на дне будет вот так вот груз. Сейчас я его положу. А сверху будет два крючка с камышом. О, да здесь мелко оказывается. Ничего себе. Здесь я установлю поплавок. Вот такая, в общем, снасть получилась. С двумя крючками. Вот. Сейчас я их растяну пошире. Сейчас якорь подниму. Мужик, блин, рот не закрывается. Болтает, болтает, болтает еще во все горло. Чего-то не клюет. Еще бы оно клевало у тебя. Так, одну я вот здесь оставлю. Все, она вот так утонет. Там грузик подвешал. Одну сейчас поближе к берегу оттащу. Все, снасти установлены. Ждем поклевок, в общем. А я пока пойду на спиннинг половлю. По итогу установил всего 4 снасти. Больше смысла нет расставлять, потому что пока все пораставишь, больше расшугаешь рыбы. Плюс, по-моему, перезабрасывать, опять шугать. Так, в разных местах поставил 3 закидушки и вот одну снасть на амура, на камыш. И все. Блин, похоже, вот они, амуры. Я сюда выплыл. Поджиговать. Вот куда я в прошлый раз ставил закидушку. Они теперь здесь. Стоит. Надеюсь, что сработает. Почему я именно сюда приплыл ловить на джиг? Потому что в прошлый раз, когда у меня вот здесь стояла камера, возле вот этой коряшки, здесь много судачков проходило, видел. Туда-сюда. Вот они. Я думаю, это амуры. Пока не видел, но думаю, это они. В общем, хорошая новость. Шумный сосед уехал. Закончили они рыбалку. А плохая новость, то что гроза должна быть. Уже чуть-чуть ветерок он поднимается. Не знаю, посмотрим, что дальше будет. Наверное, сегодня в судачка поупираюсь. Поплавочку не буду брать. Потому что это здесь самая простая сейчас рыбалка. Взять поплавочку и здесь 100% вот это вот
плотва, лещик. Можно таскать спокойно. Но этим я в прошлый раз занимался. Сегодня вот донки пусть стоят, а я буду все-таки судака больше пробовать ловить. Ну, вот сейчас один клюнул, в принципе-то. Может, еще кто будет. Вообще, под вечер, конечно, должен клевать. Я, по крайней мере, знаю, где он плавает 100%. Потому что видел. Не знаю, тащу. Не, слышите, плещется? Ай, сошел мелкий. Я бы его все равно отпустил. Видите? В прямом эфире судак клюнул. Желаю тебе амура поймать. Парочку. Один тебе, один мне. Давайте, давайте, дядя Толя. Готовьтесь. Давай. Там. Ладно, давай еще потрещим, поедем. Все, давайте, увольняйтесь и поедем на рыбалку. Давайте. Ну так вот, пока с дядей Толей как раз он позвонил. Пока с ним общался, судачок клюнул. Мелкий, блин. Я бы его, конечно, все равно отпустил. А так сошел. Ну, поклевывает. В принципе, сейчас жара и время обеденное, считай. Ну, вот это уже второй клюнул вот на такую вот фигню. Крючки маленькие стоят. Приманка маленькая. И там срываются. Короче, сильно не просекаются, видать. Таким маленьким крючком. Где-то с краю там цепляются. На закидушке тишина вообще. Ни одна не клюнула. Все, в общем, все закидушки переставил. Одну камеру установил. Там, где закормил. Все, теперь до упора буду сидеть джиговать. Постараюсь судачка все-таки половить. Здесь он опять все кишит. Воблой. Плотвой это именно. Вон ее здесь сколько. Вот она идет. Стая целая. Вот они, вот они, вот они. Не боятся же. Вон она. Видно, нет? Смотрите, сколько есть здесь. А, там у меня поклевка. Хотел сесть судочка здесь половить. Он что-то дергает. Ну, по-моему, что-то не крупное, что-то не кажется. Карась, я думаю, надо бы, блин, спиннинг разложить, а то я его точно сломаю. Ага, карась здоровый. Смотрите, какой лапоть. А там кто? Все, ушел. Второй раз уже так. Ну, конечно, я мог бы его заподсачить. Но нафига он нужен? Вот такие вот огромные караси там и плавают в той заводе. Где я сегодня встал?
Это за счет того, что второй крючок верхний поставил. За счет этого он клюнул. Блин, не успел встать, опять там поклевка. Ё-моё, только якорь бросил. Хоть вообще оттуда не уплывай. Пойдем смотреть. Ну это опять такой же карась 100%. По-моему, все, катушке конец пришел. Да уж. Все накрылось. Проскальзывает шпуля. Это ненадолго такие катушки. Блин, за другой плыть уже неохота. Кто там? Сейчас опять, наверное, слетит. Да ё-моё. Вот так неудача, а? С катушкой. Руками, что ли? О, все, она проворачивается, не держится, накрылась. Вся борода полнейшая собралась. Ух ты. Ну, вот, говорю, вот такие вот здесь. Эй. Вот такие здесь караси клюют. Вот и в заводе такие же плавают. Монструозные просто какие-то. О, какой. Здоровый, да? Карасяра. Золотой. Самый настоящий. Самая живучая рыба. Так, ну что делать? Катушка накрылась. Наверное, пойду все-таки поменяю. Время еще есть на рыбалку. Спешить некуда. Поставил другую катушку, надо же, на ровном месте накрылась ни с того ни с сего. Сейчас буду еще там ставить. Может быть, сазанчик и амур подойдут тоже. Но я там сильно закормил. Я почти все туда высыпал. Всю кукурузу. Вот на эти вот тишина. А вот именно рядом с этой корягой постоянно почему-то клюет.
Там и судачок, говорю, вот ходит. Все, хочу попробовать его половить, не успеваю. Только забросишь, сразу поклевка, считай. Только приплыву, встаю на точку. Поклевка. Здесь, кстати, камера стоит, снимает сейчас, что под водой происходит. Сюда на корягу я ее направил. Наверное, покажет, какие здесь караси плавают и в каком количестве. Плещется на этой коряге. Может быть, эти караси плещутся. Здоровые. А может, и амуры подошли. Но почему-то все с той стороны от коряги. Это уже амур был. Наверное, они сюда начали подходить. Я так понял. Опять поклевка, блин. Это что-то серьезно тянет. Thank you.
Ух ты, что-то хорошо тянет так. Может и не карась, кстати. Блин, надо от коряги оттащить. Тут в корягу зайдет и все, хана. Что-то непонятно, зацеп что ли там. В корягу завел, да? Ага. Блин, гаденыш. В корягу затащил. Это кто-то покрупнее был. Наверное, не карась даже. Короче, вот он, карась сидит. А, это сазан. Блин, только не рвани, ё-моё. Крючок, крючок, крючок сейчас в палец войдет. Или где он там? Сазанчик. В общем, на этот раз попался вот такой вот. Это даже не сазанчик, это карп. Карпушка. Так, дергаться не будешь? Говорю, не карась уже. Попер хорошо. Вытащил, повезло. Ого-го. Тяжелый, вроде бы небольшой, но тяжеленный, блин. Это они, видимо, здесь бультыхаются. О. Ну вот, на коряге-то какие движения. Класс. Да, где-то еще звенит. Надо плыть, смотреть. Видимо, еще где-то поклевка есть. Ага, точно. Стараюсь подальше уже от коряги ставить. Чтобы они, если крупняк клюет, чтобы не утаскивали. Так, где здесь еще поклевка? На этом, наверное. Или на том дальнем. А, да, тот дергается, вижу. Дальний трясется. А этот? Этот вроде бы не дергается. На камыш никто не клюнул. Вот она, моя снасть, стоит. Ну, не подходил амур сюда, поэтому. Натягивает, натягивает. Ну, тоже, наверное, карась. Не амур явно. Амур бы здесь уже всю катушку бы вымотал. А это или карпик, или сазанчик, или карасик. Что-то вообще там, по-моему, пусто. Сошел, что ли? А, это плотва крупная. О, какая с икрой полная. Ну все, не дергайся. Надо же такой крючок заглотить. Ой, огромная. Жирная он какая. Офигеть. Я думал, что погода весь клев сломает. Все, прикармливать нечем. Я психанул. Все на три заброса разделил, засыпал. Так я думал, что сейчас дождь начнется, ветер. Вон облачность какая. Ну, в принципе, оно и начиналось уже. Но вроде бы опять такое затишье. Ну, а теперь попробую вспомнить, где я закармливался. Сейчас наугад поставлю. Примерно помню, где-то опять поклевка.
Там же, наверное, на дальней. Здесь, наверное, где-то в этой области. Да, рыбы здесь, конечно, много. Ну, читай, каждый день я ловлю разную. Но она и клюет. Каждый день разная почему-то. Да, здесь опять поклевка. Пока туда плавал, говорю, слышу, где-то уже звенит. Он уже прискакал один. Видит, где клюет. Опять в корягу, наверное, увел. Что там, карась? Ух ты, амурчик маленький. Ничего себе. Небольшой. Мелкие. Не уйдешь, амурчик. А может и уйдешь. Это все понапуталось. Оп. Ну что, кто-нибудь сомневался, что я за 3 дня амура поймаю все-таки? Вот вам, пожалуйста, амурчик. На нижний крючок взял. Понапутал он здесь меня. Ну, конечно, не монстр, как там плавали. Но все равно приятно. Вот он. 3 дня потрачены не зря. Цель достигнута. Амура я взял. Маленького, но взял. Вот такого вот амуреночка. Ну все. Вот так вот. Все-таки я это сделал. Ну, еще чуть порыбачу. Так хочется на спиннинг половить, блин. И не могу. Вот здесь поклевка за поклевкой. На горы я прикормил хорошо. Блин, пару забросов сделал там на дальнем, опять поклевка. Ё-моё, придется плыть. Китайцы с ума сходят, видят, как я рыбу одну за одной таскаю. Вот приехали толпой. И чувствую, сейчас начнут меня нацеплять. Откуда здесь китайцы на рыбалке? Ну, здесь опять плотва 100%.
убрать, что ли, уже закидушки. Чисто на спиннинг половить. Потому что не дадут они. Поклевка за поклевкой. Да, что-то опять легко идет. Опять крупняк такой же. О, опа! Ничего себе. Вот это плотва, да? То, что надо. Так, все, не буду я забрасывать больше ее. Сейчас убирать буду. Уж больно охота на спиннинг половить. Они не дадут просто-напросто. Ну и плюс здесь амур не клюнет в этом месте, вряд ли. А вот на корягах оставлю. Как же им не имется, а? То с одной снастью сюда прибегут, то с другой ничего поймать не могут. Ой, блин, я вообще поражаюсь с людей. Готовы на голову залезть. Решил встать туда, где сегодня у меня были поклевки судачков. Попытаюсь здесь счастье, что здесь он реально клевал. А я кидаю прям в кучу этой воблы, где там стоит эта плотва вся. И он, видать, там с ними тоже тусуется в этой толпе. Ищет кого поменьше, чтобы схватить. Да, но я не думал, что вот такой вот вроде бы как слом погоды. Я думал, наоборот, клев прекратится. А по итогу, наоборот, начался бешеный клев по такой погоде пасмурной. Есть поклевка. Первый заброс сделал. Головастик опять такой же. Давай сваливайся сам. Зубастый. О, с первой же поклевки сразу долбанул. Ах ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, бешеный. Колючий еще весь такой. Был на одном крючке, теперь на два засел. О, зверюга, блин. Что-то понять не могу, по-моему, кого-то вбагрил. Что-то поклевки никакой не было. По-моему, забагрил. Ё-моё, кто там? Ничего себе. Или судак крупный? Да, судак огромный. Ничего себе. Вообще без поклевки взял. Нифига себе, сегодня раздача пошла. Не огромный, но это зачет. Это однозначно зачетный. Хороший судачок. Я думал, подбагрил. Просто подвисток. Ой-ой-ой. Вот это раздача пошла. Видимо, все-таки это погода сыграла роль.
О, какой. Чё, заберем домой. Хоть что-то. Вот такой судачило. Ну, чуть-чуть, может, за килошку. Пойдет такой нормас. Один есть. А вот и дождь пошел, кстати. Надеюсь, сильнее он не станет. Ничего себе, прям на падении. Только бросил. Еще не успела приземлиться. Сходу удар. Вот это да. Надо же, поклевки какие сегодня хорошие. Блин. Так, ну-ка иди сюда. Ну, такой не очень крупный. Сказать, совсем не крупный. Вот такой вот хороший судачило. У, зверюга, спасибо. Не хочет на камеру клевать. Только выключаю камеру, сразу поклевка. Тут же. Китайцы там с ума сходят на берегу. Избегались по берегу. То туда, то сюда. Видят, там ловлю, туда бегут. Видят, там ловлю, туда бегут. Так, что-то там заглотил, блин. Бедную силиконку всю порвали уже. Головастик. Вот интересно, я вот с берега в ту же самую точку бросаю, поклевок нет. А вот отсюда с воды, когда бросаю, вот прям туда же, поклевки есть. Странно. И вот судачки вот эти мелкие, они стоят ровно под вот этой вот всей толпой рыбы. Прям через толпу валится, 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 и внизу бах, судачок, поклевка. Мне уже собираться надо. Я пока вот это сейчас все соберу, лодку, уже темно будет, но не могу остановиться, блин. Когда клев есть, конечно, остановиться сложно. Потому что не часто попадаешь на такую рыбалку. Все, смотрите, где-то закидушка моя стоит, все там вокруг. Обвалили все, блин. Сейчас 100% зацепит мою закидушку. Давай еще пару судачков крупных домой. Мелкого очень много. Опа, есть. Наконец-то на камеру. Видели? Тунь. Такой удар еще смачный. Все как на подборы, мелкие такие.
заглатывают. Чем дальше к вечеру, тем глубже. Ой-ой. Красивая поклевка была. Наконец-то хоть на камеру клюнули. Вон они, оба деревья поймали там. Два чела, два дерева зацеплены. Похоже, другого им не поймать сегодня. Чудо-рыбаки, блядь. Офигенный улов. Ну чё, как вам такая рыбалка? Просто обалденно под вечер. В общем, можно даже с утра было сегодня не вставать в 5 утра. Просто приехать к обеду, пока бы все разложил. И вот как раз клев начался. И жара спала, кстати. Пекло такое было днем. Потом вот это началось, ветер, все такое. Пекло спало. Вообще, блин. Кайф. И клев пошел, конечно. Клев обалденный был. Ничего не скажешь. Ну, я буду собираться. Все. Надеюсь, вам понравилось. Оцените. Пишите в комментариях, какую рыбу мне еще отправиться половить. Но сегодня, смотрите, я поймал амура, карпа, карася, судака. Что еще? На эту воблу, блин, плотву. В общем, я сегодня столько рыбы разной наловил. Просто обалдеть. И все за один выезд. Ну, так бывает. Редко, но бывает. Это была классная рыбалка. Все, всем хорошего настроения. Я домой. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.